Есть у нас один момент ржачный на наших действующих правилах по охране труда при работе на высоте. То есть в работе на деревьях там отведено буквально 2-3 абзаца полного бреда. Момент следующий. Для осуществления обрезки деревьев, альпинист, который древолаз, который наверху сидит, а еще есть на земле страхующий, должен быть пристрахован выше своих плеч. То есть вот мои плечи, точка страховки у меня должна быть, соответственно, вот здесь. И мне надо пилить это. Вот как это вообще, кто эти правила писал? То есть по-хорошему, если я по правилам должен быть пристрахованный выше своих плеч, да, то есть соблюдение наших правил, вот, да, то есть я вот так вот должен быть уже минимум пристрахованный, вот, да, и мне надо это спилить. Ну, вы понимаете, да, мне надо спилить, и страховка должна быть выше плеч. Как соблюсти наши действующие правила, идиотские? Никак. Поэтому те, кто эти правила разрабатывал, пусть обращаются к тем людям, которые умеют это делать там, в Москве. Я буду пилить так, как эти люди им будут советовать. Вот, вот мое позиционирование, вот моя страховка. Фактор рывка здесь никакой. Веревка страховочная ниже, если что, я сразу ноги делаю. Для вальщиков леса вообще есть инструкция, что выше плеч пилу поднимать нельзя. А тут комбинация и вальщик, и альпинист, и, кстати, по 162 приказу правительства Российской Федерации 2000 года женщины не могут быть вальщиками деревьев. Это на заметку некоторым древолазкам, которые этим занимаются. Увы, вы тоже нарушаете.